Фурман, у меня плохие новости. Из глубин Павлова пришло сообщение. В нем говорится, что у меня маленький член. Всем здорово, с вами Август Плей. И мы продолжаем проходить Atomic Hearts. Это у нас 9-я серия. О, ты крепкий орешек. Ни войной, ни мольбой не достучаться до тебя. Рассеченов сказал вас. А слушаться ты не можешь, хорошо. Реши мою задачу быстрее. А я попробую достучаться до тебя в последний раз. Раскрой в себе творчество. Обратись к правому полушарию своего мозга. Нарисуй картины грядущего, и ты увидишь, к чему приведет истинный план Сеченова. Холст ты найдешь прямо здесь. Слышу, как он читает разлагаться ткани. Это ты? Хватит этого. Где? Выключи меня. Не хочу. А вот это меня прям очень даже заинтересовало. А ну. Здорово, подруга. А, застрял. Однако. Так, это что такое сейчас было? Крас. Не знаю, о чем вы, товарищ майор. Поднятый вами щебетарь сломан и молчит. Может, кто-то из них ответит на вопрос? Режим отладки запущен. Введите команду. Раз, пришло твое время. Ты машина умная, тебе и разбираться с умными командами. А... Подходите, подходите. Поговори. А лесгон со свободными руками. Аттитюд. Круазе по пятой позиции, с руками в третьей позиции. Релевые по пятой позиции в позе ФСЦ. Высокие свободные руки Валерше. Да блин, начинается опять. Чё мне делать? Я не понимаю. Ну, картинка нормальная, хорошо все смотрится. Балерина в нужных позах. Сотрудника с помощью балерин. Что? Как? Везде сверху одна и та же. Так, я перезапустил, не знаю, или баг это, или нет, но выглядит оно вот все вот так вот. Узри истину, пес! Как же ты слеп к очевидному? Коллектив убьет нас всех! Вроде так же. Просто зажравшийся дурак. Ну хорошо, хорошо, твоя взяла, время пришло. Я открою тебе последнюю. Тут должно было быть настоящее представление. Почему они постоянно базарят в одно время? Меня так раздражает. Наконец-то. Ну все, попался, говнюк. Это твой последний номер. Да, конечно. Слышь, ты ублюдок? Ты дурак, потише мог. А вот и ты. Вечно дышишь мне в спину. Где доктор? Лариса, она меня бросила, представляешь? Я даже не знаю, где она. Может быть, уже мертва. А что с Молотовым? Неужели он поверит словам Сеченова? Молотов мертв. Тогда все понятно. Че тебе понятно? Коллектив активирует, и на этом все кончится. Кончится? А что плохого в том, если все будут отдавать мысленные команды роботам? Блять, ведь ты ж, сука, сам создал эту систему! Потому что я не знал, как ее собирается использовать Сеченов. Ну уж точно не так, как ты. Он не собирался никого убивать. Серьезно? Ты правда в это веришь? А с чего тогда эти мирные роботы кинулись крошить всех подряд? Из-за того, что ты их всех перепрограммировал! Да неужели? Господи, какой идиот! Ты хоть представляешь, сколько времени занимает прописать функциональный алгоритм действий хотя бы для одного робота? А тут их десятки моделей! И че? Он наконец-то поверит. Режим был заложен в них еще на этапе конструирования. Другое дело! Что никто не планировал применять его на территории СССР, и тут действительно постарался я. Но, уверяю тебя, то, что задумал Сеченов, намного, намного хуже. И я просто обязан его остановить! Хватит! Мне надоел этот бред, который творится у тебя в башке. Ты сейчас же мне расскажешь, как вывести роботов из боевого режима. Прости, этого не будет. Еще как будет. Как тактично. Подготовил. Настрой. Стой! Этот день должен был стать... Стой, я сказал! Особенным для нас. В
день запуска коллектива я хотел сделать ей предложение. Символично, что это произойдет именно здесь, в театре. Стой! Руки! Передай это Ларисе. Замерз. Блять, сука, твою мать! Блять. Ёб твою мать, ну нахуй. Тебе же сказали, что Петров находится в его голове. Ну, все, бери голову, неси к тому чуваку, раз уж ты ему предан. Ебать, вот теперь ты точно. Сука, батарея вызывает Челомель. Прием. Наконец-то. Виктор, у тебя? Блядь, Петров покончил с собой, довольно изобретательно, и я не смог этому помешать. Да что ж такое? Голова цела? Голова не пострадала, лежит у меня под ногами. Сохрани голову, Петри. Я высылаю тебе специальный контейнер. Положишь ее внутрь. Автоматика все сделает сама. Серьезно? Это интересно. Интересно. Ты ошибся. Ты ошибся снова. Ты ошибся. Ты ошибся. Ты ошибся снова. Положите голову Виктора в контейнер. Ты будешь. А что то? Себя. А вот этот контейнер. Ты будешь жалеть себя. 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 Да. Себя. Есть. Мы его словили. Упаковал я голову. Жду дальнейших указаний. Контейнер с головой Петрова необходимо доставить в комплекс Павлов. Штокгаузен подготовит к твоему прибытию все необходимое оборудование. Господа, голова Петрова не должна пострадать ни при каких обстоятельствах. Сегодня вы увидите лимитирующую звездочку нашей программы. Чем раньше мы извлечем из нейрополимерной памяти Петрова кофе, тем скорее закончится этот кровавый кошмар. Ты все понял, впрочем, да точно, товарищ Сечин. Че они базарят одновременно? Я представляю вам нашу куколку, Наташа! Да-да, ты чё, серьёзно? Наташа, ты достаточно... Слушай, я, конечно, я просто не люблю такие формы, пойми. Ты хорошая девочка, но не по моему вкусу. Просто не мой вкус. Я верю, что у тебя глубокая душа. Что ты хороший робот. Но мне это, честно, не очень интересует. Я, конечно... Возможно, ты меня назовешь эгоистом. И то, что я думаю о себе, но... Не надо! Ху-ху-ху. Так, так, так. Так, хорошо. Давай, давай. Я ее тоже могу подымать? А что, простите, тогда по-вашему типа, большие габариты для роботов? Говно ты, а не боец. Я не понимаю, что тут делать, конечно, в такой ситуации. Тихо. Давай, давай. А это что? Как это будет действовать? Хорошо, я понял. Нет! А вот это плохо, вот это очень плохо. Нет, 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 давай, 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 давай. Беленькая спасет нас. У меня все, больше нету аптечек. Это последний мой шанс. Ну, в принципе, в смысле, да? Зарядись, зарядись. Что это будет сейчас? Да ёпта. Давай. А что с дробовиком-то стало? В смысле, почему он не стреляет? С первой попытки, просто с первой попытки. Сука. Товарищ майор, а продолжи, что ты говорил? Молча. Давай сейчас вот просто молча, лады?
А Лутец? Я бы рассчитывал на Лутец. Сынок, ты обыскал тело Петрова. У него при себе не было пары золотых колец с литерной маркировкой. Никак нет, Дмитрий Сергеевич. При себе у Петрова ничего не имелось. Понятно. Не теряй времени. Направляйся в комплекс Павлов. Так точно. Уже спешу. Эй, ты! Да, ты с лицом кретина. Иди сюда. Как нахально. Че ты сказал? Ой, мама дорогая, ты и правда не понимаешь человеческую речь. Ладно, неважно. Просто оттащи мое тело ко входу. Когда явятся спасатели, я хочу, чтобы меня нашли первым. Мое великолепное тело будет на всех обложках. Да, конечно. И не только в Союзе. Ну давай, туловище. Чего ты стоишь, как дебютант? Тебе директор театра приказывает. Похоже, что самое охренительное представление здесь устроил Петров, а не ты. Ой, я тебя умоляю, не смешите мои губы. Какой Петров? Бездарь, что сошел с ума и просто нажал на кнопки. Нет, это все мой гений. Я создал театр, я вылепил закулисье. Хотя с кем я спорю? С культурным пигмеем. Давай уже неси меня. А не слишком ли ты охуел? Да ладно, что, оскалил зубки? Какая восхитительная экспрессия плебея. Но запомни, мальчик, то, что ты показываешь характер, вовсе не говорит о том, что этот самый характер у тебя есть. Слушай, давай уже делай то, что тебе велят. Ты прислуга Сеченова, тебе не привыкать исполнять команды. Мне уже не интересно с тобой болтать. Может, я подогрею твой интерес, урод? Скажем, с помощью этой бочки. Что? Нет, ты что задумал? Какой бочки? Ты покушаешься на величайшую культурную ценность. Ну не сметь! Боже, товарищ майор, опишите свое текущее состояние. Я регистрирую потерю внимания и мощный эмоциональный всплеск. Состояние, блядь? Да в ахуе я просто, ёпта. Я снова провалил задание. Что со мной происходит? Виктор мертв, у меня его башка. А Сеченова, блядь, это устраивает, понимаешь меня? Нет, товарищ майор. Я разные вещи делал, но я не таскал человеческие головы как трофей. Ты видел это этого огромного трофей. Робота в театре? Боевой робот в театре Храс. А знаешь, что бесит больше всего? Нет, товарищ майор. Кольцо! Ёбаное, блядь, кольцо, которое мне дал этот ёбаный Петров! Знаешь, почему меня это так бесит? Нет, товарищ майор. Вот и я не знаю, сука! Ладно, нормально. А, я нормально, нормально. Так, нам в Павлов. Идея есть? Секретный комплекс Павлов находится на отдаленной территории предприятия 3826 Сахалин. Проложить туда пеший маршрут довольно сложно, учитывая большие скопления врагов. Я бы предложил передвигаться на транспорте. И, товарищ майор, самое время улучшить свой арсенал настолько, насколько это возможно. Будет не лишним поискать научные полигоны предприятия. Хорошо. Ну, в принципе, я некоторые обыскал. Погнали дальше. Ну-ну, майор, как скажете. Да ёпта, как обычно, я провтыкал это. Ладно, я заметил, это самое главное. Самое главное, что я заметил. Наконец-то мы сюда попали. Много лута, много барах... А чё ящик в ящике? Стефан, я не виновен. Сечин безумен, не я. Это его роботы. Они мои. Он создал их такими, как я был слеп. Столько крови вокруг. Он сделал так, чтобы никто не обратил на нее внимания. Всем будет похуй. И только я один сопротивляюсь этому. Кровь на моих руках оправдана. Что насчет Сеченова? Что насчет его тупого пса? Все, наконец-то. Почитаем. Товарищ Люблин, искренне сожалею, что вам все еще не понравилась моя идея. А еще мне жаль, что театр руководит такой зашоренный тип. Мое закулисье – это лакмусовая бумажка добропорядочности для выдающихся граждан Советского Союза. Вы думаете, это банально бордель? Будет вам известно, что мы с товарищем Штокхаузеном имеем цели его куда более глубокие. Ну а если вы поимеете неосторожность обратиться к нему с доказательствами, то вот еще вам немного доказательств. Прилагается фотография женской груди. Ну тогда это бордель. Товарищ Люблин, довожу до вашего сведения, что с этого дня вы снимаетесь с поста руководителя театра. Прошу в кратчайшие сроки передать все документы в распоряжение нового руководителя С. Ласточкина. Зная о ваших личных отношениях, предупреждаю, препятствия товарищу Ласточкину не чинить.
под угрозой служебного расследования. Прекрасно. Крепышек. Сколько у меня патронов на него будет? Угу. 40 патронов. Ёпта. У-у-у-у. Вот это мы повеселимся. Вам понравилось представление? Приходите снова. Мы вам рады. Обязательно посетите нас еще. Мы ожидаем новую партию удивительных роботов для вашего увеселения. Следующее представление будет еще интереснее. Ожидайте продолжения через год. Я вижу, что вам понравилось у нас настолько, что вы не торопитесь уходить. Чтобы купить билет, пройдите через фойе в кассу. Посетите буфет, пройдите в ванную. Вы ничего не забыли в гардеробе. Примите в туалетную комнату. Что сейчас произойдет? Покинь это место! Да вот хочу. Спасибо большое, ёпты! Спасибо, наконец-то. Рад свалить отсюда. До свидания. Майор Петри, я жду вас в комплексе Павлов. К вашему прибытию все готово. Бегу за всех ног. Для передвижения между научными комплексами рекомендую воспользоваться автомобиль. На поверхности произошел всплеск активности ростков побега. Снаружи все кишит култышами. Мутантами. А, култышами. Учту. Это все? Один вопрос. Филатова здесь не было. Я понимаю. Вы не находили на теле Петрова золотых колец? Два кольца с литерами бета-1 и бета-2 на внутренней стороне. Нет, не было у него с собой ничего. Конец связи. Воу-воу-воу-воу, я понял, где выход. Блин, как плохо, что я это все не зачистил. Ты там касатик? Жив-здоров? Наполовину пока. А, баба Зина, давно не виделись. Да ни хрена я не уверен в том, что здоров, но по крайней мере жив. Слыхала я, что ты все же добрался до подлеца Петрова. Оперативно ты. Да, да. Добрался я до него. Или он сам до себя добрался, прежде чем я до него добрался. И чего, внучок? Раз голова его у тебя, стало быть, скоро все это закончится. Да, сам напросился. Сиди, отдохнешь. Уже мечтаю об этом, баба Зина. А ты не против, если я загляну к тебе чайку попить? Так, машина. Заходи в любое время, касатик. О чем мы? Да, кстати, ты пока Петрова ловил, колечек литерных не находил часом? Нет, нет. Две штуки. С виду на золотые похожи. Нет, Бабзин не встречал. На трупе Петрова вещей не было. Ну да ладно, не важно. Ты, главное, береги себя, внучок. И заходи, если что. Да, с удовольствием, зашел бы. Сейчас только с этим разберусь. Надо придумать, где тачку мне здесь достать. Он умеет водить. Почему только вы красным. Всех, товарищ майор? Предатель Петров отдал вам эти кольца перед смертью. Продолжи, что ты говорил? Потому что все обманывают меня. Даже Дмитрий Сергеевич, чего я не ожидал. На каком основании вы сделали такой вывод? Сопоставил слова Петрова с фактами. Вас не затруднит объяснить подробнее? Петров сказал, что боевой режим был заложен в роботов еще на стадии конструирования. Да ёпта. Что запрограммировать все модели он бы физически не смог. А ведь это правда, майор. Почему вы так решили? Да потому что Петров... Секундочку. Лентяй, слабак и тряпка. Короче, программист он, а не боец. А роботы дерутся со знанием дела. Он бы не смог запрограммировать их так, раз сам не умеет драться. Эта гребаная Наташа была вооружена ракетами. Откуда? Это же просто строительный робот. Петров не мог установить на нее пусковые установки. Он же не технолог. Не мог он процесс производства роботов ни взломать, ни поменять. Он додумался. Ввел в заблуждение центральный узел, выдав ни в чем не повинных людей за солдат армии вторжения, но не больше. Так откуда у строительного робота встроенные ракетные установки? Откуда у гражданской дрофы встроенная пушка Гаусса? Откуда у сипухи пулемет? Да и вообще признаков полно. Просто я не смотрел на них так, как ты сказал, под другими углами. К сожалению, проанализировать ваши слова я прихожу к аналогичным выводам. Тем более, что ваши подозрения оказались более реальными, нежели считались. Это в каком смысле? Прямо. Послушайте запись. Я воспроизведу. Да какой ответственности вы говорите, товарищ Сеченов? Вы понимаете, что если США узнают о том, что ваши машины способны по щелчку пальцев переключиться в боевой режим, то на вашем проекте будут поставить крест. К моему глубокому прискорбию я не обратил должного внимания на эти слова. Роботы способны переходить в боевой режим. Я посчитал, что это образное выражение, посредством которого Молотов предъявлял претензии академику Сеченову. Теперь ясно, что Молотов говорил буквально. Политбюро с самого начала было в курсе, что у советских мирных роботов есть боевой режим. Значит, операция «Атомное сердце» действительно существует. Петров не лгал. Академик Сеченов вместе с Политбюро хотят захватить США и весь мир.
Что вы собираетесь делать теперь? Думать. Блин, мне надо машина, мне надо машина. Так, мне надо где-то намудить машину и понять вообще изначально, куда мне надо идти. Без понятия вообще, куда мне сейчас идти. Комплекс Павлова. Надо, вроде бы. Так, в общем, не знаю, честно, нечестно, но мне нужно по вот этим треугольным штукам пойти в медцентр, потому что задание мне не выдало, мне нужно куда-то идти, куда непонятно, маркера нету, машины нету, я сейчас пытаюсь скипнуть этих всех роботов, чтобы меня не поубивало. В принципе, я заметил, что если я под водой, они меня не видят, так что отлично. И здесь везде, везде какие-то невидимые стены, ёпта. Которые не дают мне как-то передвигаться, поэтому... Чё ж, будем что-то экспериментировать и пробовать. Я надеюсь, здесь нету, не будет невидимой стены. Но почему-то вернуться на ту дорогу... Ёпта, ёпта, чё мне делать, чё мне делать? Их так много, их настолько много. Ладно. И у меня еще машины нету, вот это западло просто против них всех. Я вообще без понятия просто, что мне делать. Давай, 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 давай. Еще эти воздушные роботы. Короче, у меня ситуация просто огонь. Просто огонь. Надо как-то туда пробраться. И надеюсь, что меня скотина больная, не пришили. Любит долбанный мать его. В смысле? Сколько крови пролил, так теперь из-за него побеги мутит. Вряд ли Петров хотел подобного результата. Да ёпта! Он не мог предугадать всех последствий сбоя. Тогда и как? Нехрен было его устраивать. Столько людей полегло, а этим с побегами вместо башки вообще пришлось умирать дважды. Сначала от робота, а теперь вот от меня. Моральная позиция Петрова не подлежит оправданию. Тут я с вами полностью согласен. Да нахрен Петрова, он уже сдох. Людей жаль. Я после войны служить остался, чтобы вот этого всего не случалось, а тут... Мне искренне жаль, товарищ майор, что все так получилось. Надо торопиться. Вдруг после отмены сбоя еще удастся кого-нибудь спасти. Давайте как-то поторопимся. Немец прав. Вот именно. Павлов мы не дойдем. Короче, машину я не нашел, но, читая сюжет, понял в том, что нам нужно все-таки идти по этому мосту для того, чтобы дойти дальше. И очень надеюсь, что все будет окей. В принципе, ну да, то есть по предупреждению тоже должны быть монстры, но монстры нам не помеха. Мы перелезли. Машина, ёпта, машина! Наконец-то! И что будет? Они ж ничего не могут мне сделать. Стоп, у меня есть одна интересная штучка. С ней явно комфортнее. Давай, давай, чуть-чуть теста. Изи, изи. Что-то новенькое. Новенькая фраза. Воу-воу-воу-воу-воу, тихо-тихо. А, ты еще не все, я понял, сейчас, подожди, сейчас мы сделаем, чтобы было все. Смотри, вот так мы еще умеем. Давай, вот так, прекрасно, восхитительно. Я столько времени потерял на то, чтобы найти эту сраную машину. В смысле, это как было? Я не знаю, как сбивать людей, но явно при сбитии человека, условно, да, такое может произойти как-то. Воу, прям отлично то, что мы взяли машину. Давайте быстро проскочим на изи. А почему нам маркер туда показывает, непонятно. Короче, маркер сломался, все сломалось, поэтому... Допустим. Hello, 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 и вам здрасте, и вам привет. Да ёпта, мне чё, машину свою покидать придется? Да блин. Я себе столько этих снарядов понаделал. Так что можем с этого беляша хоть до усрачки стрелять. Или толстяка, как он там, не знаю. В принципе, это плевать на них особо. Просто скипнем. Крас, то есть никто не может загнать человека в коллектив силой? Петров ошибался? Не совсем. То есть как это не совсем? Если я не член коллектива, как коллектив может узнать об этом? Методом от противного. Допустим, вы проходите мимо робота.
Робот идентифицирует вас как человека, но на вас нет прибора мысли. И данный робот не получает от вас мысленных команд в ответ на свой запрос. Он понимает, что я вне коллектива и докладывает об этом остальным. И все остальные начинают меня гнобить, так что ли? Типа того, похоже. Но я же могу надеть мысль, пройти куда мне надо, сделать все, что мне требуется, а потом эту мысль снять. Разве не так? В общих чертах. Да. Тогда зачем все так дергаются относительно этих колец? Точности утверждать не могу. Может, это вопрос личного комфорта. Они не такие тупые, как оказалось. Придется настраивать за. Враги повысили свою бдительность на максимум, майор. Никаких хлопот. Что-то как-то слишком просто. Фух, я надеюсь, тут они не смогут ничего сделать. Изи, я же говорю, изи. Не знаю, зачем нам сюда, но добраться до моста я добрался. Наверное, не знаю. Нет. А, через верх, я понял. Хорошо, хорошо. Тоже хорошо. Так, какими-то костылями, в общем, мы пробрались сюда. Я надеюсь, дальше у нас получится все пройти. Поэтому очень, очень на это надеюсь. Потому что хотелось бы завершить. Все нормально, не суетись. Сверху знают, что делают. Диман, я тут недели не проработал, а трупов на всю жизнь насмотрелся. С виду обычная поликлиника. Кто ж знал, что тут такое? Что а такое? То, что это территория секретного комплекса, тебя не смутило? Зеленый ты еще в охрану идти, хоть бы и больнички. Ты пойми, мы ж не мясники эти, ученые. Чтобы людей убивать. Мы просто следим, чтобы никто от них не сбежал. Все нормально. Действительно. Действительно. Они просто смотрят, чтобы никто не убежал. Захаров не умер, товарищ. Захаров жив. Что? Вы кто? Вы что несете? Доцент я и запом. Неважно. Захаров жив. Захаров. Какой Захаров? Ближайший соратник Дмитрия Сергеевича. Гений, может, даже посильнее самого Сеченова. Сильнее в каком плане? Захаров погиб несколько лет назад из-за инцидента. Но нет, я изучил все документы. И везде, в самых прогрессивных исследованиях, я следы его работы. Его почерк, если хотите. Я лично с ним работал, знал его манеру досконально. Едкие замечания, радикальные методы, всю его безапелляционность. Он точно жив, но остается вопрос. Если он жив и до сих пор работает, то зачем кто-то это скрывает? Конспирология и догадки. Сейчас вообще не поймешь, кто жив, а кто нет. Где-то здесь. Во-во-во-во. Здорово, братиш. Не чувствую. Ничего не чувствую. Видать, в позвоночник. До конца жизни в коляске. Нет, нет. В шею, да? Не вижу ничего. Расслабься, все. Ты уже умер, боец. Что, серьезно? Умер? Я мертв? Угу. Это даже не ты думаешь. Так, остаточное напряжение. Спасибо. Спасибо вам, гражданин. Ох, как же хорошо. Спи спокойно. Как же хорошо. У меня маркер сбился, но я надеюсь, это, в принципе, не помешает. Я плюс-минус посмотрел, чё, куда мне нужно идти. Автолиз начинается примерно через 7-10 минут после смерти. Долей дефекалция 3-5 минут. 5-6 часов крупное окоченение, затем... Так... Полное разложение около 5 лет. Какая дрянь? Почему? Голые цифры, факты. Какая дрянь, вы о чем? Я ученый. Я должен каждую минуту тратить на изучение окружающей действительности. Многих вы знаете, товарищ, кто способен зафиксировать процесс разложения собственного тела. А смысл? Ты же ведь даже записать это не сможешь. Твою мать. Точно. Так... Вы мне поможете. Прошу вас находиться рядом со мной на весь период разложения. Конечно. Вести запись. Вы справитесь. Это недолго. В текущих условиях примерно 535-650 дней с погрешностью. Хорошо. Конечно. Только за блокнотом схожу. Да. Фу, из-за вас я сбился. Так, заново. Фурман, у меня плохие новости. Из глубин Павлова пришло сообщение. В нем говорится, что у меня маленький член. Ну и еще там сообщается, что дело не вело. Необходимо провести в подземной лаборатории. Теперь этим сострадальцам будут заниматься там.
Случай важный и уникальный, а там такое, говорят, не по стадии деменции. В крови ничего не обнаружено. Пока что я не дам этим ублюдкам отобрать у меня пациента. Фурман, намечается проникновение со взлом. Ты со мной? Григорий, вы в своем уме? Павлов хороший охраняемый объект. Все, что туда попадает, возвращается оттуда в черных мешках. Или, возвратившись, умирает у нас в операционной. Они же забрали Ниелову, а теперь вот забирает Ниелова В. Этому никак не помешаешь. Если даже хоть как-то надежда вылечить этих сострадальцев, лезть в хорошо окруженный комплекс, чтобы спасти две жизни, я в деле. Раз. Это что за место? В смысле, для чего нужен этот комплекс? Комплекс Павлов — это альма-матер всех прорывных изобретений предприятия 3826, относящихся к биологии. Здесь проводятся уникальные эксперименты, затрагивающие массу областей. От выведения новых пород сельскохозяйственных животных до создания космических технологий. Космические технологии? А разве луноходы создают здесь, а не в Челомее? Освоение космоса — это не только техника, товарищ майор. Да, безусловно, чтобы попасть на Марс, требуется космический корабль и марсоход. Но что потом? После того, как люди добрались до Красной планеты. То есть тут выводят животных для Марса? В том числе. Помимо выведения новых видов животных, пригодных для существования... О, не вовремя я. Как вы только породились! Тихо. Главное спокойствие, опять-таки. Давай, давай, зарядись, зарядись. Подожди, подожди. Вот так, давай. Сладенький, сладенький получил? Давай, у меня еще 75 снарядов. Мы тебя по ошибке дадим. Вот так. Давай, братец, успокойся немножко. Все хорошо. Давай, еще один. Скаваешь? Молодец. А, еще надо один. Да без Б, у меня их много. Еще один. Да ты живучая падла. Да че ты живучий такой-то? Алло, алло. Сколько в тебя там влезет? Ты не подавишься? Другим оставить? Я восхищаюсь с вами, профессор. Ваши расчеты и решения так изящны и логичны. Ваши труды по мимикрической адаптации были мне просто невероятный вклад в науку. Спасибо на добром слове. Правда, давай. Я думаю, что это только моя заслуга. Но кто вы? Иван Быков, младший научный сотрудник комплекса Павлов. Я работаю в картотеке, мечтаю попасть под ваше управление. Я поклонник ваших работ. Что ж, ваше рвение похвально, хоть и несколько настораживает, буду откровен. Полимеры — перспективная и быстро развивающаяся отрасль науки. Но тут ведь вот какое дело, на одном рвении результата не добиться. Давайте мы с вами встретимся, скажем, через месяц. Посмотрим, что можно сделать. А сейчас прошу меня извинить, наука не ждет. Месяц? Мне нет месяца. Умрешь, что ли? Вы еще обратите на меня свое внимание, профессор. Готов заключить пари. Давай, давай. На, на, хавай, хавай. Короче, оказывается, у меня просто ноут был не на зарядке, поэтому были такие жесткие фрезы. А, все, без проблем. Изи, изи, давайте. Покучнее, покучнее, экономим снаряды. Экономим снаряды. Ой, что вам, не хватило? Добавочки дать? Давай, давай, давай. Тихо, тихо, спокойнее, спокойнее. И куч... Ёпта. Вот так дела, вот так дела. Давай, мне надо пройти. Да дай пройти мне, падла такое. Тихо, тихо, тихо. Спокойно, спокойно. Без резких телодвижений. Как уже говорилось, без резких телодвижений. Здрасте. Воу. Есть маленькая птичка? Спасибо.
животное. Давай, на перезарядочку, на перезарядочку. Черепу разрезал. Многовато вас тут, конечно. Но ничего, справимся, справимся. Ах ты падла, ах ты падла. На перезарядку, ясно. Давай, давай, выживем, выживем. Спокойно, спокойно. Спокойно. Давай, давай. Да, блин. Тихо, тихо. Где ты, дорогой? Вот ты где. Бубочка моя. Сладенький. Что ты? Как ты? Как твои дела? Дистанция держи. Давай, давай, давай. Патронов маловато осталось, к сожалению. Но это поправимо. Не. Спокойно. Нет! Это было очень зря, очень зря. Давай, надо вот так вот. Давай, давай, давай. Стелсом. Как-то мы это стелсом сделали, не знаю как, но сделали. Ну? Увы, тетя мертва. Это бесчеловечно. Всюду смерть и только. Его нельзя запускать, никак нельзя. Лучше быть нигде. Отсюда я не выйду никуда. Я не хочу становиться ничем. Полимеры не то, что вы думаете. И не для того, что вам кажется правильным. Коллектив не существует. Существует не коллектив. А? Пошел прочь, глупая кукла. Я не стану колоть тебе эту дрянь. Опа, опа. Как обычно просрали. Ну. Погнали, погнали. Замечательно. Это отличная находочка. Долго мы время. Много времени. Мы это не... Много на это время мы не потеряли. И это все? Здесь просто лут. Так, нашел куда идти. Все, просто спасибо, спасибо, братуха. Спасибо за помощь. Скажите, товарищ майор, с вашей точки зрения, как профессионал, наши мирные роботы в боевом режиме действительно смогут воплотить в жизнь операцию «Атомное сердце»? Думаю, запросто. Не знаю, какая там операция. Если роботов полно на всевозможных военных базах, штабах и пусковых шахтах, и никто не ждет от них нападения, то роботы застигнут американских военных врасплох, как застигли врасплох подразделения, охранявшие предприятие 3826. Крайне печально. Мир только оправился от войны и вновь массовый жертв. Ну, не так уж и печально, если подумать. Что вы хотите этим сказать, товарищ майор? Если Сеченов и Политбюро СССР хотят захватить США и даже весь мир, они не станут сражаться с простыми людьми. Но во время боевых действий будут ли они жить? Вам ли не знать? Если роботы запрограммированы не убивать гражданских, то атаковать мирное население они не станут. Раз, ну ты же робот, должен понимать. Я робот? Что ж... Не знаю. В какой-то мере вы правы. Робот-перчатка. А что, нейрополимерные перчатки не будут подчиняться коллективу? Зависит от конструкции. Какие-то будут, а какие-то вполне могут подчиняться только носителю. Но речь не об этом. Мирные роботы, которые войдут в боевой режим, получат этот приказ от коллектива. И тот, кто будет определять политику коллектива, может с легкостью приказать им убивать всех. Ну всех-то зачем? Это же люди, рабочий класс, колхозники, ученые. Твою мать, так вот для чего нужны им эти кольца. Для чего же? Надевать на своих роботов, чтобы они слушались только тебя.
Ты же можешь снять с себя мысль и отключиться от коллектива. А робот нет. Так получится, что твой собственный домашний робот сам же тебя в коллектив за шиворот и притащит. Вы правы. Ты ничего не ощущаешь? Покалывание в спине, допустим. А вот с тобой мы сейчас разберемся так же. Давай, давай, давай. Иди, иди, иди. Ладно. И что это даст мне? Ага. Ага, давай. Прекрасно. Да неужели? Воу. На всякий случай. Это будет полезно. Что ж ты будешь делать, блин? Да вы чё, серьезно, а вы помощнее, девчонки, чем обычно. А это, да, это типа, господи, вот эти типа, давай, давай. Давай, давай. Что же они такие противные? Давай, давай. Боже, вот эти... О, да, достали вы меня уже. Давай, давай, сейчас... Сейчас мы с тобой поиграем. Какие вы, блин, противные. Да ёпта. И они все с одного удара мне все хп сносят. Я не понимаю этого. Так, он один вроде остался. Да плевать уже хоть как-то. Тоже славно, тоже славно. И этот никак не помирает просто. Наконец-то. Давайте, давайте, отстаньте от меня. Все, все, все довольны. Наконец-то уже отстали от меня. Троглодиты. Нет данных. Опа. Товарищ Решетников. Решетников с Вавилова начали поступать совершенно недопустимые образцы полимера. Вы их там все проебали, что ли? Почему, если это не ваша специальность, можно относиться к трудам соотечественных так же небрежно? В этом месяце мы закроем на это глаза и сведем отчет за май. Но в июне нам нужны переработанные животные строго по формулам, иначе мне придется обратиться к высшему руководству. Трубопровод между Вавилоном и Павловым не для того строили, чтобы по нему говно гоняли. Где-то, где-то должно быть... Хера, даже машина не способна на такое зверство. Вот бедолага. Вы жалеете труп, майор? Это изуродованный труп женщины. Совсем недавно тебе тоже было жалко людей. Товарищ майор, человек мертв. Убедитесь, что в будущем мягкость к женщинам не выйдет вам боком. Нет, с тобой явно что-то не так, раз. Попрошу Сеченова тебя откалибровать. Может, и где-то в другом надо было месте найти, блин. В оригинале тебе дается подсказка, и тебе указывается, что она здесь. Там просто донуваться надо, что нужно сделать. Но здесь нету никакого маркера, ни объяснения, где найти вообще этот ключ. И это можно сделать чисто случайностью, ну вот разве что. Серьезно. Совершенно сказочная страна, наполненная странными видениями и замысловатыми персонажами. Страна сильнейшего эмоционального прилива и полного освобождения. Там ты знаешь все, и в то же время не смыслишь ни в чем. Не беспокоишься, не переживаешь. Вот такой подарок тебе делают солдаты. Ну и само собой, давай, давай, продление жизни. Жизни полной агрессии и сражений. Бедолага. Сестра устройства,
Мозг подготовлен к установке импланта. Все, обозарили. Помогите! Помогите! Я умираю! У меня для вас плохие новости, гражданка. Да не болтайте вы! Видите, из меня кровь хлещет! В этом комплексе полно медикаментов. Просто найдите аптечку! Я врач, помогу уж себе сама! Ну так соотнесите теперь время и собственные ощущения. Если уж вы врач. 2 и 2 сходятся? Я правда умерла? Но... Сука, это все эти гребаные инъекции, да? Я сохранилась в нейросети в качестве остаточного эха. Да, это все вакцины, если все понимать зачем. Если сами все понимаете, зачем орете на меня? У вас просто нет души! Конечно, души, да. Жалко, если душа-то только и есть, что полимерная память. Интересная мысль, товарищ майор. Я прям... Ладно, оставим это, наверное, на потом. Мое резюме, наверное... о игрухе. Вообще, все впечатления, что я испытал во время прохождения этой игры. Раз. Это что, мать его, такое? Это морг? Да, это морг. Здесь хранятся тела погибших. Для дальнейшего изучения. В смысле погибших? Тела убитых роботами людей валяются там, где их убили. А эти-то откуда? Их же тут десятки. И большинство молодые. Это тела добровольцев, погибших в ходе опасных экспериментов на людях. Охренеть. Нет, ну я в курсе, что некоторые особо важные эксперименты невозможно проводить на всяких там мышах или свиньях. И для них требуются живые люди. Но чтобы столько трупов, это же просто охренеть. К сожалению, в науке не все проходит гладкой плюсе. Чуребно, азец. Именно для того, чтобы их смерть не была напрасной, и существует этот подобие. Причина каждой смерти тщательно изучается, чтобы избежать их повторения. Ни хрена себе иногда. Вы бы хоть использовали для этого, не знаю, осужденных смертников. Да и то. Как-то ладно, справимся с этой задачкой. Могут быть выполнены на отбросах общества. Некоторые сверхважные и сверхсекретные разработки требуют участия исключительно полноценных в психическом плане личности. Иначе все это может закончиться крайне трагично. О чем мы? Да куда трагичнее, как раз. Поверьте мне, товарищ майор, из перспективы похуже. Дистанция. Эксперимент нескольких десятков добровольцев приводит к прорывному открытию, благодаря которому будут спасены жизни сотен миллионов. Пошли дальше. Пора все это заканчивать. Это все очень печально может закончиться. Давай. Особенно туда мне сейчас хочется выстрелить. Без аптечек попробуем пройти тоже. Это не невозможно. Просто чуть-чуть сложнее. Буквально чуть-чуть. Кровь, а? Вот вообще не просто, вообще не просто. Пошли дальше. Пора все это заканчивать. Сейчас закончим быстро. Но это от этого не проще, конечно. Просто... Тихо! Что же мне тут делать? На! Давай, сейчас будем сразу несколько валить им. На, спокойно. Спи, дорогуша. Сон полезен для здоровья и красоты. Да тихо. Важный капитан. Пожалуйста, да дай мне пройти. Давай, пройди быстрее. Встань. Чё ты тут присел? Отдыхаешь? Ну давай, ну куда ты застрял? Тихо, спокойно. Иди. Слов просто нету.
Я не понимаю, сколько их. Их там что, бесконечно? Чего их там так много? У меня аптечек даже не хватает. О чем мы? Для того, чтобы их смерть не была напрасной и существует этот подобие. Причины каждой смерти тщательно изучаются, чтобы избежать... Продолжи, что ты говорил? Ни хрена себе иногда. Поверьте, товарищ майор, из перспективы похуже. Иногда гибель в ходе эксперимента нескольких десятков добровольцев приводит к прорывному открытию, благодаря которому будут спасены жизни сотен миллионов. Так, например, было найдено средство против коричневой чумы. Пошли дальше. Пора все это заканчивать. Да, мне вроде бы и тут нравится. Я понял. Как вы только породили! Да отстань ты уже от меня! Вот это... Дрянь надо! Давай, давай, давай. А, живот. Вас тут очередь целая выстроилась, да? Дистанция держит. А, ёбаный бог. Как не пишь ты? Же они не закончатся. Они просто не закончатся. Я тебе сейчас почки опущу. Давай, давай, я хочу побеседовать с тобой более плотно. Нет. Черепу разделил. Давай, 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 давай. Да. Чё ты в такой позе уже застрял? Ну, понравилась пенетрация? Все? Могу ли я спокойно замок открыть? Товарищ майор, что вы решили делать с кольцами? Да пока не знаю. Себе оставь. Подумаю над этим, как только обстановка станет более подходящей для размышления о второстепенных вещах. Вы считаете этот вопрос второстепенным? А разве нет? Какая нахрен разница, кто и на кого из роботов собрался надеть эти кольца? Нам надо как можно скорее прекратить сбои и человеческий жертв. Вам не кажется, что если данные кольца вернутся к людям, то человеческие жертвы не прекратятся? Это еще почему? Роботам, которые не подчиняются никому, продолжу, что ты говоришь, единоличного владельца, можно использовать в качестве убийц, не так? Предатель Петров это очень убедительно доказал. Но не все же такие, как Петров. Кольца не должны оказаться в дурных руках, вот и все. Они и до инцидента не должны были оказаться в дурных руках, но оказались. Кольца можно украсть, отобрать, подменить, случайно утратить в конце концов. И что ты предлагаешь? Кольца нужно уничтожить решительно, раз и навсегда. Мне их в Мордор отнести? Туда идти через Ривенделл, а у меня эльфийская виза.
Сейчас есть заботы поважнее. Я подумаю, что с ними сделать. Позже. Спасите мои нервы. А что мне надо? Рычаг какой-то? Стоп, это я вышел отсюда. Найдите путь в лабораторию. Смысл? Да, стой в такой позе. Дальше, мне нравится. Давай, спи спокойно. Все, уснул? Спокойной ночи, малыш. Дальше. Нет! Что ты сделал? Дай... Найден замочек. Да ты откуда здесь взялся? Просто эмоций уже нету от того, как это сложно все. Давай, да, да. Еще ты репу раздявил. Класс. Найс. Их так много, их так много. И они, блин, даже не заканчиваются. И такое ощущение, что не собираются заканчиваться. Жив, важный капитан. Он объехал. Неужели это не все? А как это открыть? Хорошо. Успокойся. Как это открыть? Ведь не сказано. Неужели этих всех придется валить? Он все время вот-вот-вот. Настолько близко оно, но непонятно где все равно. То просто не было. Я здесь бродил, пытался найти, как открыть эту дверь. Оказывается, просто ее нужно было открыть. Это... Меня не сильно беспокоит. Ага, ага, ладно, это беспокоит немножко. Совсем немножко. Однако. На, подержи. Ага. Аптечек нет. Что ж ваш так много? Давайте, хоть с кем-то разобраться надо здесь. Блин, мне кажется, он просто бесполезный, серьезно. Вообще, ну, такое ощущение, что от него толку нету. От... Класс. Давай, давай. Чуть-чуть тебе осталось. Я вижу по тебе. Ну а камеры не попадаться надо. Давай, давай, давай. Наконец-то уже сдуйся. Все, прекрасно. Еще одна осталась и... Можно завершать. Давай. Давай, давай. Давай, родная, не подведи. Все. Где он?
Ну нет, ну нет, ну кто, ну как? У меня нет аптечек. Обалденно, обалденно. Как меня спалили, я не понимаю, вот где, кто, как? Все было почти идеально. Сил просто уже нету. Блин, ну я не знаю, как это уже проходить. Это все так... Каждого по отдельности, что ли. Это что было? Как пиздец моей нервной системе просто. Сколько еще это нужно проходить? Вот эту дрянь надо маленькую свалить быстро. Остальное уже будет попроще. Обидно. Ладно. Да не то слово, как обидно. Сколько... Так, так. Сколько этих дряней будет здесь? Вот этих мерзких просто максимально противно. В общем, на этом мы тогда закончим нашу серию. Она опять получилась у меня 3,5 часа. Будем это как-то монтировать. Здесь было опять-таки куча всего. Куча всего, в общем. Поскольку нужно было обойти какие-то костыли, плюс просто нереальная какая-то сложность. И дальше будем двигаться, в общем. Придумаем как-то, как это все обойти. Оружия у нас мало, собственно, вот это все, что у меня есть. И оно самое мощное, по сути, что у меня есть. Поэтому так. На этом пока все. С вами был, как обычно, Август Плей. И до скорой встречи в новых видео.